если что, сам не хочу это смотреть. Как оно называется, я забыл. Не, это страшно до сих пор. Ладно, я просто такой бэкграунд вам поставил, чтобы вам еще страшнее было. На самом деле, когда подрастаешь, уже не так очково. Вот в детстве я срался. Ладно, слушайте, а в детстве мне, блядь, было страшнее на самом деле, с вами не страшно. Одному криповее, конечно, такую хуйню получать. Но больше всего меня порвало, что это люди сказали, что это Мазелов ебаный, и все, тогда уже вообще страх пропал нахуй. Короче, это типа самая криповая хуйня, которую я видел когда-либо в детстве. А у меня народ почему-то ржет. Вам реально не страшно? Но народ съебался, кстати, смотрите на онлайн, народ реально съебался. Они реально ушли куда-то, вы видели сразу 500 людей, нахуй, чё, блядь, может даже косарь, не знаю, это вообще кек, блядь.